нам солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. У нас в Шишкином лесу уже стаял снег. Угу. Стаял снег. Ой, какая же весна на дворе! Доброе утро, друзья! Здравствуй, Зубо! Доброе утро, Коксик! А чё это ты вдруг про снег вспомнил? Да вот, письмо решил написать своему другу. Ну? Какому другу? Моему другу кенгуренку, который живет далеко-далеко, там, где никогда снега не бывает, представляешь? О, вот это да! А где он живет? В Африке, что ли? Нет, Коксик, кенгуру живут в Австралии. Всем доброе утро. Доброе утро, Лёша. Здравствуй, Лёша. Смотри, мой знакомый кенгуренок пишет, что у них в Австралии очень здорово. Действительно, Австралия – это удивительная, замечательная страна. Она находится очень далеко от нас, и там живут необыкновенные животные. А что же в них такого вот необыкновенного? Ну вот, например, у многих животных в Австралии есть сумки. Какие сумки? Для чего? Не для чего, а для кого. В этих сумках они носят своих детенышей. Точно! Мой знакомый кенгуренок так и написал, что мама носит его в сумке, и ему там очень уютно. Ух ты! Вот бы посмотреть на него. А что? Отличная идея. Я думаю, что нам всем будет интересно познакомиться с твоим другом кенгуренком и с его семьей. Подождите! А как мы туда попадем? Очень просто. Зубок, где твое письмо? Вот это? Да, вот это. Оно само доставит нас по адресу. На другом конце планеты все совсем наоборот. У нас вьюга, а там лето. Все вокруг цветет, поет. Звери, птицы, все другое. Нет таких в иных местах. Утконосы землю роют. Дикобраз сидит в кустах. Австралия, Австралия, чудесная страна. Австралия, Австралия, чудесная страна! Ой, посмотрите, кто-то бежит! Ой, изо всех сил! Так это и есть кенгуру! Ой, какой он большой, а! Конечно, взрослый кенгуру ростом со взрослого человека! Ой, вот это да! А как быстро бежит! Ой, а как высоко прыгает! Да, человеку за ним не угнаться. Интересно, а где же мой дружок кенгуренок? Ну, посмотри внимательно, это не он? Ой, он, ура, вон он! Симпатичный! И пока еще совсем малыш, сидит в сумке матери и с любопытством смотрит вокруг. Вылез и опять забрался. Да, ему там очень уютно. Мы с вами попали в австралийское лето. И сейчас все кенгуру отдыхают в тени от палящего солнца. А кенгуренку в маминой сумке и не жарко, и не холодно. Верно. И пока он там отдыхает, мы сможем познакомиться с его родственниками и соседями. А что это за родственники такие? Вот смотрите, вон один из них. Ой, какой зверек! Это опоссум. Это самый маленький кенгуру. Он единственный из всей своей семьи не умеет прыгать. Что-то вкусное нашел. Да, этот малыш очень любит фрукты. Ой, Леш, посмотри, как он похож и на кенгуру, и на мышку, правда? Да, а вот еще один добрый сосед кенгуренка. На его хвосте словно кольца нарисованы, видите? Видим, очень красивые. За это его называют кольцехвостым кенгуру. Ой, а как ловко они по горам прыгают. И даже не боятся поиграть на самом краю. Да, поиграли, а теперь и отдохнуть можно.
Интересно, а что мой друг кенгуренок сейчас делает, а? Кажется, он решил привести себя в порядок. И мама ему в этом помогает. А вот как он ее за это благодарит. А теперь ему пора и подкрепиться. Где тут вкусная травка? А, вот она. Ой, а что это с ним? Ой, видимо, колючкой нос уколол, бедняжка. Он ведь еще маленький, правда, Леша? Конечно, а подрастет, научится не только колючкам не поддаваться, но и со старшими братьями в бокс играть. А? Кенгуру очень большие любители поиграть в бокс. Ух, как оказывается у них тут в Австралии интересно. Очень интересно, но наш кенгуренок решил опять вернуться в сумку. Наверное, нагулялся и устал. Да, вон как от усталости зевает. Да и нам пора домой возвращаться. А, полетели. Полетели. Ну как, довольны вы нашим путешествием? Очень-очень довольны. Ой, а мне новый друг Зубка понравился. Леша, а давай мы как-нибудь еще раз к нему в гости съездим? Обязательно съездим. А сейчас давайте прощаться с ребятами. Да, до свидания, ребята. До вечера. Всего вам доброго и храни вас Господь. Мир радует нас своим разнообразием. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.